Певица Сати Казанова мечтает об идеальном браке. Артистка рассказала, кто для нее является примером самой крепкой семейной пары. Оказалось, Сати Казанова без ума от свекрови и свекра. «Сегодня 50 лет со дня свадьбы родителей моего мужа. В честь этого мой Стефано придумал план путешествия для всей семьи. Мы поедем ровно в те места, где бывали мои свекровь и свек 50 лет назад во время своего свадебного путешествия». Лоренцо и Лино – редкий пример настоящей любви, когда двое тотально принимают друг друга, видя в недостатках друг друга уникальность, обращая в шутку то, что могло быть обидным, рассказала Сати. «Спасибо им за моего мужа, за ценности, что вложили в него. Бесконечно преклоняюсь. Вот и бы и нам смочь столько прожить в гармонии и продолжить нашу любовь в детях, внуках», добавила Казанова в личном микроблоге.